Тренинги. Это чушь или нет? Сейчас новая мода пошла – ходить на тренинги. Сколько ты их уже прошел? Сколько денег ты потратил? Стремишься к новым знаниям? Молодец. А может, ты просто боишься своей слабости? Тренинги являются хорошей заменой специализированному образованию, которое не может нам дать практических знаний, и поэтому мы вынуждены их искать на стороне. Да, ты можешь с одного платного семинара вынести больше, чем за 5 лет учась в ВУЗе. Но сколько денег ты уже потратил? Ведь одним семинаром не обошлось, верно? И снова ты ищешь знания на стороне. Реклама тебе внушает, что ты как будто чего-то не знаешь или чего-то ты еще не понял. И ты становишься наркоманом, тренинговым наркоманом. Со временем появляется зависимость, как будто ты чего-то не запомнил или чего-то еще не узнал. Результат? Опять неуверенность в себе. А ты внедрил те знания, которые ты узнал на вчерашнем семинаре, где тебя кормили плюшками и пряниками? Или ты попытался что-то сделать, и у тебя не получилось? И ты в себе разочаровался, и опять ищешь нового бизнес-тренера, чтобы ему поплакаться в жилетку, что у тебя что-то на прошлом тренинге не получилось? А ты вообще туда за знаниями шел? А может быть, это твоя жизненная стратегия? Останавливаться не то чтобы на половине пути, а в самом начале. А ты вообще готов делать ошибки и получать любые результаты? Или ищешь тех, кто тебе все разжует? Все, кого ты знаешь, кто чего-то достиг в этой жизни, когда-то совершали ошибки, когда-то шли не туда, и у них ничего не получалось, и они на своих ошибках учились. Хватит искать, за кем спрятаться или переложить ответственность. Возьми ответственность на себя. Хочешь учиться? Учись. Но потом иди и делай, внедряй все то, о чем тебе сказали. И не нужно прыгать, как блоха, от тренинга к тренингу. А то многие продолжают дальше сидеть в соцсетях в поисках очередного одностраничника, где вам предложат счастье. Запомни, только ты решаешь, будет у тебя результат или нет. В этом мире кто угодно готов вселить в тебя страх, якобы у тебя что-то не получается, чтобы забрать у тебя твои деньги. И ты в силах что-то изменить. Нужно просто поверить в себя. Если тебе не понравилось это видео, ставь лайк. Если понравилось, сделай то же самое. За комментарий отдельное спасибо. И не забудь подписаться на канал. До новых встреч!